Ты зачем ей эти часы купил? Чтобы слушать, как у нее в саду дела. Слушаешь? Ну, пока нет. А я вот каждый день сообщения от Киры слушаю. И что там? Мам, мы уже покушали. Мама, я покакала. Мам, я такую бабочку увидела. Мама, скоро идешь? Опять игрушки разбросали. Я же просила, поиграли, поставили на место. Так мы играем этим всем. Ты что опять ворчишь? Да, в гостиной вы тоже играете? Это у нас гостиная. Понятно? Не мешай нам. Да я бы рада, только я пока уборку в одной комнате заканчиваю, вы другую превращаете в дурдом. Терпи, женщине быть сложно. Папа, купи мне куколку. Да ты чего, они стоят дорого, да и некрасивые. Ну купи, 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 ведь я все равно не отстану. Да все, отстань, нет. Ну ладно, я тебе устрою. Мам! Что, Кира? Папа там с какой-то тетей переписывается. Какой? Красиво. Он и пухфот отсылал. Я даже видела, он ей цветы покупал. Да? Ага. Денис!